Уральский кот претендует на то, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Он несколько раз возвращался в старый дом, преодолев в общей сложности уже около сотни километров. Пушистого путешественника словно магнитом тянет в пятиэтажку на Эльмаше, хотя хозяева давно оттуда съехали. На очереди новый марш-бросок. О кошачьей преданности расскажет Валерия Алферова. Здесь жил, там ел, в туалет тут не гадил, запаха не чувствуете, даже нету. На пушистого соседа жители пожаловаться не могут. Говорят, он хоть и гулял сам по себе, но не пакостил. Барсик ютился тут, в подъезде на пледе, хотя раньше жил в одной из квартир. Жил у соседей, был котик Барсик. Они уехали в другое место, кота оставили, видимо, за ненадобностью. Я думаю, из-за того, что дети появились, я не знаю, может, из-за этого. В подъезде кот жил 2 месяца, наблюдая, как в его прежнем жилище делают ремонт. Жители подкармливали его сухим кормом, а иногда и молоком. Сердобольный рабочий решил найти беспризорнику новый дом. Отвез его к родственникам в Среднеуральск. Но Барсик стараний не оценил. Через неделю вернулся обратно. Говорят, что сам пришел. Ну, неделя его не было. По слухам, переселить кота отсюда пытались не раз, но его к родной квартире будто магнитом тянет. Бывшие хозяева о нем, похоже, позабыли, новых желающих приютить свободолюбивого питомца не появилось. Барсик устал прорываться в старую квартиру, погрустнел и отощал. В итоге соседи предприняли еще одну попытку приютить пушистого. Его отвезли в Каменск-Уральский в приют для бездомных. Нашлась Барсику передержка. Мы его вчера поймали и увезли в Каменск. Девушка Инна, которая подбирает покалеченных больных животных, кастрирует, лечит, стерилизует и пристраивает хорошие руки. Он очень добрый, он идет в руки, его можно гладить, его можно взять, там, потискать, он плюшевый кот. Сейчас у Барсика есть и временный дом, и стол. Осталось найти новых хозяев. Правда, сперва нужно приручить одичавшего котика. В 4 стенах он пока чувствует себя как тигр в клетке. Но это временно, уверяют кураторы. Главное, чтобы подопечный вновь не сбежал и не пришел из Каменска на Эльмаш. Валерия Алферова, Владимир Середа, новости 41-го канала.